Всем привет! Сегодня расскажу 14 фактов о спирулине, о которых вы точно не знали. Номер один. В 1964 году бельгийский ботаник Жан Леонар в Африке вблизи озера Чад обнаружил племя аборигенов, в котором не была знакома цивилизация. В данном племени все проживали до самой глубокой старости, хотя средняя продолжительность жизни в Африке составляла 35 лет. У всех стариков были здоровые белые зубы, а также черные густые волосы без единой седины. В чем же их секрет, подумал ботаник. Как выяснилось, они кушали какие-то странные зеленые лепешки, и это была спирулина. Номер два. Спирулина – это не растение, оно относится к царству бактерий, к роду цианобактерий. Номер три. Известно около 35 сортов спирулины, и самая из них ценная – это спирулина плантенсис. Номер четыре. Темно-зеленый цвет спирулины обусловлен ее тремя пигментами – хлорофилл – зеленый цвет, фикоцианин – синий цвет и каротиноиды – оранжевый цвет. Номер пять. Способность спирулины очищать от шлаков и токсинов обусловлена ее зеленым пигментом – хлорофиллом. Номер шесть. При наружном применении спирулина защищает от ультрафиолетовых излучений за счет своего синего пигмента фикоцианина. Номер семь. Спирулина является